это часть моей жизни. Ну, наверное, каждый из нас находит в музыке то, чему ему не хватает, да, кто-то поддержку какую-то эмоциональную, кто-то разгрузку. Вот. Ну и я вот тоже не представляю свою жизнь без музыки. Я нашел вообще всех, кто там преподаватели или работает в школе рока, замечательные ребят. Они создают ту самую атмосферу школы рока, за что она мне, наверное, и приглянулась, понравилась. Мне нравилось петь всю жизнь, действительно. Я никогда ничем не занималась профессионально, но мне всегда хотелось. Но были разные там друзья, не друзья, знакомые со стороны, которые, например, говорили, что там у меня, может, не получается. А я тогда не понимала, что чтобы получалось, нужно что-то для этого еще делать. Школа рока для меня лично по атмосфере даже обгоняет дом, потому что здесь тебе даже пендали не вставят. Тебя успокоят, объяснят, попробуют еще раз. И если получилось, то хорошо, если нет, то еще раз объяснят и еще раз попробуешь. Это крайне ламповое место, где тебя все поддержат. Здесь вся твоя семья. Просто музыку в гугле искала, и так высветилась вокал, школа рока. Такая, интересно, надо посмотреть. Самое сложное в любом деле – сделать первый шаг. Пока вы его не сделаете, вы не поймете, ваше, не ваше, понравится вам, не понравится. А когда вы его уже сделаете, то это может очень жестко изменить вашу жизнь. Получила абонемент, я тоже воодушевилась очень сильно, ну и поняла, что это не первый и не последний абонемент. Это немножко раскрывает в плане того, что если ты зажат, стесняешься, то в любом случае на том же групповом занятии, когда вас там от 3 до 5 человек, то ты будешь петь еще при ком-то. Поэтому, возможно, я стала в принципе более открытой и за пределами школы рока. Еще в середине лета это, во-первых, дало мне толчок к развитию. Я понял, как именно стоит заниматься на гитаре, чтобы это давало больше прогресс. И я нашел себе новое хобби. Теперь вместо того, чтобы залипать в телефон часами, я залипаю в табулатуру на телефоне. Школа рока – это второй дом, где тебя всегда ждут, даже если у тебя сейчас нету ни занятий, ни репетиций. Ты можешь всегда прийти пообщаться с администратором, либо с ребятами, которые сидят в коридоре, восполнить, скажем так, вот этот вот ресурс общения, который необходим каждому человеку. Атмосфера в школе рока, когда я переступаю через порог, это всегда можно сравнивать вот с каким-то солнечным днем, где-то на пляже, да, ты приходишь, и тебе сразу все нравится. Ты понимаешь, что тебя ждет, и ты это предвкушаешь. Ты понимаешь, что сейчас ты опять поздороваешься, скажешь привет людям, с которыми тебе очень круто находиться рядом. И это подпитывает очень сильно. Это, ну, что может быть лучше, чем находиться среди тех, с кем тебе очень хорошо, приятно, среди людей, которые тебя понимают, которые могут разделить твои интересы. Вот. Это очень круто. Это прям вышка.